Зараз ну дуже цікаво буде, друзі, тому що я вам обіцяла, що ми будемо говорити про плетіння, але не просто, а про афроплетіння. І подивіться, які гарні гості до нас завітали. Алла та Діаночка Галіченко. Доброго ранку, майстриня з афроплетіння. Отож, сьогодні я на вас дивлюся і прям не знаю, що сказати, скільки емоцій, але перше запитання, це ви самі собі так робили? Да. Самі собі, да. Уявіть Фокуси собі. Сама я собі плету. Мастер, кожен мастер, хто вміє плести, може заплести себе сам. Угу. Отож, давайте більш детально про це поговоримо. Що це за афроплетіння, як це і що це? Тому що для мене це... У афроплетіння є багато підвидів. Це африканские, обычные классические косички, это те косички, к которым привыкли у нас на Украине все. Но есть также разновидность. Афрокос – это пони, зизи, гофре. Зизи делятся на прямые, гофрированные, микрозизи. Каждый клиент выбирает себе их сам. Цвет тоже клиент выбирает сам, длину тоже. То есть мы можем сделать и длину, и цвет, и толщину косы, как требует этого клиент от нас. Вот. По времени афрокосы плетутся очень долго. То есть работа это трудоемкая. Сколько вы себе плели? Себе я плела 5 часов. 5 годин не відриваючись? Это очень мало. Это мало. Вот. Если зизи, они относятся к материалу быстрого плетения, к косам. Их можно заплести за 3 часа через брейд. Брейд у нас у Дианки есть. Вот. Это косы, которые приплетены плотно к голове, называются брейдом. Под них крепится через вот такой вот крючочек, продевается материал и приплетается, получается, вот пышная прическа. Так же само косы. У Дианы сейчас заплетены брейды и локоны. Угу. Вот. Можно продеть зизи через них, пони и тому подобное. Гофре можно продеть через них. То есть видов причесок очень много. Угу. Есть дреды так же само. Есть дреды опасные, есть дреды безопасные. Опасные дреды – это те, которые плетутся на свой натуральный волос. Безопасные – это те, которые приплетаются так же само через брейд. То есть методом брейда. Долго ты вот. Мамочка мучила, пока заплела, чи ні? Ну, так. Вони дуже... Їх очень удобно носить и... Даже летом вот можно сделать хвостик, и прическа готова. И все, и ходишь себе, красуешься, красивая такая, да? Очень удобно. У нас есть фото, наши режиссеры будут протягом розмови показывать, мы будем их комментировать, але взагалі, ось, подивіться, значит, это что у нас? Схоже на, как у вас, классичное, да? Да. Угу, фото, это все ваши работы. О, да, это да. Нитки акриловые. Так, тобто все, що завгодно, дуже багато. Я думала, афроплетіння та афроплетіння, а в них ще різновидів дуже багато. Дітей в основному плетуть акриловими нитками, щоб не давати нагрузку на корні волос. Угу. Ну, воно тобі, Діаночка, оце не боляче так? Не боляче, так, да? Так, ну, а що, глядачі будуть дивитись фото, ми будемо продовжувати. Скажіть, скільки років, як давно ви взагалі цим займаєтесь? Займаюсь, взагалі почала займатися 15 років назад, а вже непосередньо працювати 8 років. Я зрозуміла. Скажіть, у мене таке, може, незвичне запитання, афроплетіння – це якась особлива субкультура? Чи це спосіб підкреслювати індивідуальність, чи виразити себе, чи якийсь виклик суспільству? Що це? Адже і не кожного дня я можу побачити людей з такою гарною зачіскою. Це гарно, я не сперечаюсь. Але от як? Це культура така, так? Це афроплетіння? Я навіть не знаю. Тут кожен сам собі вже підбирає прическу, вибирає. Є дуже спокійні цвіти, натуральні відтінки. Тобто можна виглядіти не визиваючи, тим не менше, це дуже удобно, тому що з афрокос можна робити ще, формувати інші прически. Тобто можна зробити и колосок, можно сделать обычную косу, высокий хвост. То есть все, что мы носим в повседневной жизни, те прически, которые мы делаем, можно делать и с косичками. Угу. Вот. Ну, конечно, больше молодежь плетется. Так. А вот видите, а это на коротких волосах можно сделать? От 7 сантиметров волосы. От 7 сантиметров. Да, если так. Волосы короче, то косички уже пришиваются. Угу. Мы берем нить, иголку и прошиваем их, дабы коса не слезла. Да, какой хирургический процесс. Таким методом очень многие отращивают волосы на самом деле. Угу. Я просто никогда себе не наращивала, волосы все якось вагаюсь. Скажите, будь ласка, еще, как долго можно ходить? Ось, давайте вот на вас, вы будете, наш такой экземплярчик. Как долго ходить с таким волосом? У меня заплетенные зизи прямые, носка зизи прямых микро, гофре. И пони, они примерно 2-2,5 месяца. То есть я могу с ними проходить. Дальше можно сделать коррекцию. Так, как их корректировать? Корректируем 2-3 линии.
и все. Остальное оставляем, пусть отрастает, дальше переплетаемся опять. То есть переплетаться можно постоянно. Менять цвета, допустим, даже если делаешь коррекцию, можно добавить еще какой-то цвет. Вот. Классические носятся 3 месяца, они срезаются. Это многоразовый материал, его можно 5-6 раз переплетать. Классика, она срезается и расплетается, и затем уже надо заказывать новый материал и опять плести заново. А взагалі це важко? Можна я ближче до вас присяду і пощупаю? Вони такі важкі? Слухайте, оце ви відріжете через 3 місяці, да? Я правильно? Це я знімаю від корня, розплітаю. А не боль? Ну як це взагалі? Ні. Це процедура теж, напевно, довго? Довго заплітаєш, а потім довго? Розплітати приблизно 2 години. 2 години. Це сидіти розплітати. Слухайте, я просто в шоці. А які мінуси? Не хотілося б говорити, але все ж таки, це не для волосся не шкідливо? Це? Ні? Я обладательниця густих волос, і за 15 років з ними нічого не відбувало. Густота та ж. Єдине, не рекомендується плести тим людям, у кого є якісь видимі шрами на голові. Тобто це буде не дуже эстетично выглядеть, либо склоном к аллергии. Тем не менее, аллергия бывает, возникает, надо выпить либо супрастина, либо промыть косы раствором ромашки. Также само, допустим, мытье головы очень важная тема. Часто вот я спрашиваю, хотела так, как их мыть? Вы моете ли голову вообще? Мыть очень просто, на литр воды разбавляем 1-2 ложки шампуня, этим раствором просто мы их промываем аккуратненько, и уже под струей воды смываем полностью, ну, примерно минут 20. Смываем, чтобы вымыть шампунь, да. И затем наматываем полотенце на голову, а они стекают. Это искусственное волокно, оно стекает за 3-4 часа, у вас будут сухие фокусы. Це підтвердження, друзі, того вислову, що краса требує жертв. 5 годин плетеш, 20 хвилин миєш і 2 години розплітаєш. Потім оце отаку водичку і по них проходити і мити. А якщо не мити їх, чи так не можна? Не мити нельзя, застаряється. Так, да? А я зрозуміла. Будь почесуватися. Так? Теж треба слідити, треба мити хоча б раз в 2 тижні. Раз у 2 тижні. Ну це не так, це класно, не кожного дня, так, економить час. Дяночка, а як давно ти от вже так заплітаєшся? Мама давно тебе вже так заплітає? Ну, обычно мене мама заплітає літом, це дуже удобно. І літом, от я, як вже говорила, зробив хвостик і пішов собі. І сонце, як би, це удобно дуже носити. І в морі можна купатися, і ходити собі дуже удобно. У мене таке запитання, скажіть, а це популярно, актуально звертаються до вас? Бо я бачу багато робіт, у вас багато людей є спроби. Більше всього плітеться Одеса. Одеса, ух ти. Вот. А чому, як вже? Ну, не знаю. А як щодо Миколаєва? А Миколаїв теж плітеться. Теж плітеться. І дреди делаем Николай. И очень много деток плетется. На самом деле, очень много детей плетется. Вот. Есть мужчины, которые плетутся. Навіть чоловіки, так? Даже на бороде плетут косы. Классно, слухайте. Ну, в основном Одесса. А от я на ваших фото бачила, що кольори різноманітні. Який найпопулярніший колір? От, наприклад, я вам зараз кажу, прийшла, нічого не знаю, новачок, що я собі хочу такі афрокосички. Ви мені що порекомендуєте? Який, може, колір, чи є якийсь стандартний? Натуральний. Натуральний, да, так? Натуральний. Це найходовий. От, можна зробити мілірований, з ефектом мілірування, ну, як у мене. От, у мене 3 види. Еще плетут, ну, самый ходовой розовый, фиолетовый, ну, это, опять же, деткам, редко, когда уже девочки плетут себе там салатовые или яркие, это в основном дреды. Вот что касается дредов, там, да, любят яркие оттенки, вот, а афрокосы идут стандартные, это шоколад, черный, русый, светлый, то есть, ну, такие спокойные оттенки. Я зрозуміла, а навчитися можна цьому? Чи треба якісь спеціальні навики для цього мати? Мене ніхто не вчить. Самі, так? Так, але я по професії парикмахер-моделєр, тому... Ну, все ж таки ви маєте до цього відношення певним чином, так? Навчитися, звісно, можна. Є багато відео на ютубі, викидають. Є багато груп зараз. Тому у кого є бажання, тут завжди навчиться. Головне – мати стремління і бажання.
Угу. Вот, а ручки вже научаться. Доволі незвично. Ще таке запитання, може воно вам дивне покажеться. Наприклад, якщо я заплету собі такі косички і десь в офісі працюю, ну це має місце бути, так? Це ж як універсально, просто зачіска, просто волосся, так? Да, ну, можна зробити, допустим, можна в хвост зібрати, либо заплести одну косу, либо колосок заплести. Угу. Но на самом деле многие не плетутся, потому что есть дресс-код. Так. То есть многие из-за этого отказываются, но хотят. Угу. Вот. Поэтому кто уходит потом на море, да, летом уезжают, они стараются все равно заплести, хотя бы летом провести, пофоткаться, очень многие любят. То есть заплелась, сразу 200 фотографий выкинула себе на страницу. Еще дуже там стелки. Пока с афрокосами. Не можу завести з очей, яка у вас довжина? Моих именно. Оце зараз так у вас. Мои волосы, то есть у меня сейчас каре. Каре. Это заплетено на каре. У Дианочки длина по локоть, вот, брейд, вот что мне нравится, брейды, чем они хороши, тем, что косу любой длины, ее можно спрятать и нарастить любые волосы, можно сделать прямой, можно сделать локон, можно сделать гофрированный, так же, как у меня, можно через брейд за 2 часа продеть и иметь такую же прическу, как у меня, угу. То есть через брейд, если плести, за 2 часа можно вот иметь то же самое на голове. То есть люди, у которых нет много времени, это очень удобно и вот подходит. Вы с крючочком сидите зараз. Это ж, напевно, не просто так. Хочете нам что-то показать зараз? Да, этим крючочком, спасибо этим крючочкам, кто их сделал, мастер может сделать за 2 часа различные прически и различные варианты. Вот смотрите, мы берем крючок, продеваем его через брейд, вставляем нашу косичку, зажимаем крючок и вытаскиваем его. Видите? Так. Вот. Мы имеем уже готовую приплетенную косу. Ох, затем и косичка уже вышла. Одну половинку мы откидываем сейчас и научимся их плести. Мы заплетаем буквально пару сантиметров косу в голове. Делаем узелок. И у нас уже есть одна приплетенная коса за меньше, чем минуту. Так, доволі швидко. І вот так вот каждый брейдик мы проходим, 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 чтобы у нас не было залысинок. Вот, продеваем, и вот через 2 часа у вас будет пышная прическа. А не важка вона буде? Не важко носити? Нет, зізі і все види быстрого плетения, они очень легкие по весу. Угу. Это очень подходит тем людям, у кого своя густота не позволяет носить афрокосы, допустим, можно вот с легкого материала заплестись, потому что классика, она тяжелая. Так. Классические косички, они очень тяжелые, там буквально получается до 900 грамм на голову, это тяжело, угу. Действительно. А все ж таки, от, дуже багато різновидів, а найпопулярніше, от що більше всього замовляє? Та сама молодь, от, класика. І зізі. Угу. Это самая у нас популярная, в основном классика, конечно. Все как-то привыкли, знаете, еще по 90-м годам, что если афроприческа, это обычные толстые косы, то есть коса, да, не более 150 штук, почему-то так считается. А чему так? Не знаю. Такое мнение. Склалось, стереотип, напевно, такий, так? Да. А уже кто немножечко более продвинутый спрашивает, а вы не плетете ли гофре, не плетете ли вы зизи? То есть уже люди как-то немножечко вливаются и знают, что такое афропрически, как их плести. Теперь цвет, и мы будем, да, и экспериментируют. Угу. А я еще чула, что укроп, кипяток застосовывают, да? Да. Навіщо? Его, значит, когда мы плетем классическую косу, вот без этого кипятка у нас будет распускаться. Это относится только к каниколону стопроцентному, к каниколону фибра, это такой вот мягкий-мягкий каниколон, он вплетается как пони, его, он не относится к этому каниколону. Вот, классика, она завивается кипятком. Коса спаивается, приобретает форму, и она у вас не расплетется ни через месяц, ни через два, ни через три. Потом мы ее просто срезаем до длины ваших волос, дальше мы распускаем крючком. І ви вже без афрокосичок, собственно говоря. Цікава така процедура. Я ще наостанок зрозуміла, що найпіковим сезоном літо є, так? Да, у вас. Да. Угу. Літо, весна, вот, зима, ну,
опять же, заплив під шапку, одягнув собі. Ну, настолько ярко, да. Лето это ярко, да. Особенно детки, я ж говорила. Ну так, їм подобається, да. Я взагалі на морях дуже часто бачила, і навіть спеціальні люди там сидять, і акроплетіння, да, плетимо. Я зрозуміла, дякую. Аллочка та Діана Галіченко були в нас в гостях, тепер ми знаємо, що таке акроплетіння. Отож, сміливіше наважуйтесь, заплітайте собі, будете гарними.